А вот жильцы дома по улице Лесной в поселке Белый Яр живут в постоянном страхе. Козырек над одним из подъездов вот-вот рухнет. Однако проблема до недавнего времени ни местную администрацию, ни управляющую компанию не интересовала. Сейчас конструкцию ждет демонтаж. Жильцы собирают документы на признание дома аварийным. Закончатся ли проблемы на Лесной, узнавала наша съемочная группа. Проблемы дома 23 по улице Лесной в поселке Белый Яр стали уже притчей во языцах. Возникают постоянно, говорят о них все, решений приходится ждать долго, порой не дожидаясь вовсе. Жильцы уже обращались в нашу телерадиокомпанию за помощью в конце января. Тогда они задыхались от невыносимости.